Каждый желающий стать донором должен при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации и заполнить анкету. А еще перед сдачей крови надо тщательно подготовиться. В течение 2 дней человек, который решил сдать кровь, не должен употреблять спиртных напитков и не употреблять жирной пищи. Утром перед сдачей крови не завтракать, выпить чай с печеньем и не более того. 16 ноября в отделении переливания крови будут принимать кровь у неравнодушных жителей Сергиево-Посадского района специалисты больницы. Начало в 9 утра. Каждому донору, который приходит сдавать кровь, предоставляется 2 оплачиваемых отгула, а также денежная компенсация на питание в размере 657 рублей. Мы приглашаем наших сергиево-посадцев, наших уважаемых жителей, принять активное участие в этой донорской акции. От того, насколько, скажем так, успешно она пройдет, во многом будет зависеть то, насколько мы будем иметь возможность оказать помощь в экстренных ситуациях. Это очень и очень важная акция.